Более празднично отметить юбилей не позволяет эпидемическая обстановка. Возложить цветы к памятнику пришли лишь те, кто сегодня имеет право выходить из дома. С учетом того, что нужна необходимая дистанция между людьми, что не все имеют право передвижения по городу Курску. Здесь вот только люди, которые такое право имеют. Мы соблюли все законодательные меры и, ничего не нарушив, пришли вот в таком узком составе возложить цветы. Все участники митинга были в масках и старались соблюдать дистанцию 1,5 метра. Проведение более крупных памятных мероприятий пока невозможно. Но в Компартии заверили, что юбилейные торжества все равно состоятся в течение года, как только позволит эпидемическая ситуация.